И всем привет, дорогие друзья, с вами Хонстер Дэт, я приветствую вас на своем канале. Продолжаем проходить Силу Земли, вторая часть. В общем, я хотел-то поставить, так и не поставил. В общем, вот он, наковальня, и здесь у нас уже что-то улучшенное. Вот, соответственно, любой молоток. Я перезашел, и там должны зарезаться уже были животные. Так что сейчас пойдем. Две, да. Угу. Вот не знаю, сделать меч или же с копьем. Копье больше наносит, но и больше затрат. Так, нам нужен вот лист меди. Для него нам нужен молоток, как я понимаю. Ага, еще и кусачки. Так, клещи. Не посмотрел, вот сразу приходится бегать. У меня тут где-то что-то лежало еще. О. Наготавливаем клещи. Так, угли у нас сделались. Нет, изготовить пока одну. Места нету, да? Еще. А, даже еще на одну хватает. Приемлемо. Нет, что я хотел? Для чего мне нужна была она? Фак. А для чего оно было мне нужно? Два, скорость 0,55, там единица, затрачиваемая. Так, ладно, это тогда. Ну, раз я не помню, для чего мне нужен был лист, хотя я уверен, что я сейчас вспомню это. Вот на кой нужен был. А, бля, дебил, вспомнил. Ну, овощ. Ладно, нормально пока что. Бля, как ведро долго делается. Давай мне еще один лист. Кстати, пока за водой тогда сходим. Ну да, слушайте, он тогда даже пободрее работает. Оп-оп-оп-оп-оп. Мне, правда, чистой воды, да той-то матери, блядь. Вообще шикарно, слушайте. Чистая вода. Еще 40, пожалуйста. Что требуется? Тебе молоток требуется. Еще раз.
Нож и молоток. Пока что потаскаем этот. Возвращаем на место. Сделаем доски на все деньги. Нужны доски и гвозди, окей. Так, а 20... Сколько с одного получается? Вообще мне надо сделать кирку при хорошем... Вообще мне все надо сделать. 1, 3, 5 слитков, да, надо потратить. Ну, приемлемо, ладно, сейчас... блядь. Помоги мне с гвоздями, животное. Так. Делаются доски, да? Ой, да ладно, место закончилось. Это серьезно. Мясо мне сделай позже. Так, из такого что мне скинуть? Нет, здесь камни, вот здесь. Здесь у меня, значит, будут вот такое все находиться. Здесь кожа. Где тут еще пусто? Прах сюда тогда. Хотя стоп, у меня же хватало еще на еще один слиток. Во, вот теперь все. Вот теперь приемлемо. Нахер, потом исчезнет. Блин, еще чуть-чуть. Так, давай, давай, Сначала окончите. Окончите сначала, блядь. Ну. Тут прям перо для письма. Тут... По сути, кстати, не так сложно. Кроме как, что перо для письма нужен. И, собственно, здесь тоже ничего сложного, стол портного. О, чернильница, медный молоток, медная кастрюля, медная игла. О, перо для письма. Ну... Нельзя носить два одинаковых... Так, броня... Угу.
Ну что ж, приступим тогда. Так, и топор, да? Кирка, топор. Медное копье. Вот сила, скорость атаки 1.2. Да, чем больше, значит у него он быстрее бьет, соответственно и урон он может нанести больше. Наверное, меч. Давайте мы на мече остановимся. У нас есть кирка, и это приемлемо. Попробуем, ладно, с мечом. Есть молоточек. Ну и делается меч. 1.2. 1.45. Ну, то есть, вот. Так, а как? Можно просто воздух атаковать, нет? Ох, ёб твою, блядь. Потом. Ебой. Кстати, теперь имеет смысл щитом, наверное, закрываться, да? Чё, гвозди и доски? Чё, гвозди? Скорость производства, так. А где у меня находится нож? Ага, вот здесь. Так, стоп. Бать, но он медленный. Дайте мне, сука, спальник сделать. Почему столько всего до хера? Что тут? Что еще здесь, блять? На, ну, стоп, я и не могу тогда пока сделать. Так, 13. Давай помоги мне сделать. Медный рубанок, это необычный. Медный молоток. То есть для медного молотка нужен молоток. Блять, железная логика. Тогда два будем делать. Один туда, один сюда. Что уж теперь сделаешь? На 10. То есть он... О, он замедляет. Он позволяет делать, но замедляет. Угу.
Или нет? Или да? Но медный-то лучше, чем... Медная игла. Так что, а, тяпка. Ну, готовить что нет-то. Ну все, сейчас пойдем тогда охотиться. Обновиться, обновились. Единственное, я познал медный лук. Можно ли сделать? Но тут весь дамаг, наверное, от стрел. Наверное, от стрел. Сейчас я посмотрю и закину тогда бревна. Нет, нету ничего. Тогда будьте любезны. А вскопайте-ка. Ох ты ж. О, ковбойская. Максимум энергия. Черная. Все вот это есть, осталась кожа. Все, стартуем. Да, они теперь... Ну, по 13 бьет за место 10, вообще прекрасно. Ну, чешется. Че ты чешешься, иди сюда. Ну, 19, ни хрена себе, нормально так. 3 там надо. О, свинюна. Да, конечно, без брони все равно даже здесь больно, поэтому надо ее делать. Да, не прогадал, что сделал меч. Прекрасно. Шикарно. Ну-ка. Давай домой. Не хочу бежать. И возвращайся. Извините, кожу не взял. По перчаткам медные застежки нужны, я понял. Мешок, размер инвентаря, мешковина. Мешковина делается на ткацком станке. Ну что ж. Чтоб ебальник опечь себе. Поспать до утра. Так. Нам было сказано, ткацкий станок. 15 гвоздей. И лист. Досок прям в аккурат.
О, теперь могу сундуки классные делать. Но это потом. Мешковина, приемлемо. Мешковина, это то, что мне нужно. Короче, надо теперь этих кормить, да? Берем семки. Блин, во-первых, надо коров больше. Потому что барашков я сразу два получилось. Вот. Хотя я сейчас знаю, что как тут подразгрузить. Ну, вообще не так стол исследования. Ну, пока не буду. Делать сундук. Ух ты ж, ебаться, улыбаться. Ну, лист меди. Но строитель нужен. Ладно, я тут вроде как хотел. А вообще мне мешковина только нужна. Пускай я еще семь так сделаю. Давай-ка сюда помогай. Пойдемте попробуем сходить сюда. Я ж просто вошел. А, нет. Да, я вот через него тогда вот так ходил и ничего не мог. Ну, днем здесь поинтересней. Да ёпта, ты чё делаешь-то? Ну зачем просто так? Ну да, они прям тут... Тут без брони... Ну как, делать есть что? Но... Надо поддобыть чуть-чуть еще меди. Да, ах ты, блядь, сутулая падаль, блядь. Ну да, они туповаты, и это хорошо. Вот успевает она все-таки. Так, мешковина есть.
Ну да, больновато, больновато. Даже не то, что вот эти, а вот даже дальний бой больно. А это, блядь. Чё, блядь? Серьезно, ты выжила, блядь? Да я же четко. Да куда ты стреляешь? Он стреляет. Ай! Он стреляет куда угодно. Приемлемо, что я выхилился. От этого, конечно, толку не так много. Так, самых слабых убиваем иначе. О! А с этих, наверное, что-то может и упасть. А, о, сломанный щит, ресурс. Так, 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 так. Максимум жизни. Скорость строительства. А, вот, меткость, да? Меткость. Повышу себе меткость. Спасибо. Да, вот с этих бы я, конечно, что-то... Оу, щит, ни хрена себе. Это что за щит, блядь? Масочку какую-нибудь с них выбить. Было бы неплохо. О, это без. О! Обрывки кожи. Блять. А это, блять.
Да, блять, на. Ух, и оба, народ. Оно медленное, но больно дерущееся теперь по-любому. Сломанный медный меч. С учетом того, что это бесплатно. Блять, сам попался на. Успел? Так, пожрать? Ага, жрать нечего, да? Ладно, можно, в принципе, по топканам дать. А точнее, подобывать себе еще чуть-чуть. На самом деле много говна у меня. Там не пройти. Ладно, дорогие друзья, давайте, думаю, на этом мы пока закончим. Вот. Сейчас, хотя давайте я улучшусь. Доски. Чё тут, мешок, да? Ножницы и... игла. Ладно, медная игла, и понял. Так, два слитка надо ебануть.
Ага, так оно не делается, я понял. Я как понимаю, тут может быть не один призрак. Давай-ка помоги-ка мне побыстрее сделать это. Так, а здесь нож, ну нож тоже нужен, наверное. Не только, ладно, мешочек изготовить. Давай, давай, ну давай. Слышь, чувак, помоги мне. Ускорь. Кстати, ненамного он ускорил. О. Все, ладно, дорогие друзья, думаю, давайте на этом закончим. Вот. В следующей серии продолжим. Вот, ну, с вами был Homestardead. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забудьте рассказать обо мне своим друзьям. И до скорой встречи. Всем пока, ребята.